Друзья, мы сейчас с вами находимся в парке Витязева Византия. Сегодня 9.08.2021 год. Это поселок Витязева. Вы когда-нибудь видели такое количество людей, которые стоят на аттракционах? Офигеть! А вот такое количество людей, стоящих на колесо обозрения. А это просто люди стоят на маленькие, на детские попрыгать там. И вон туда еще там люди везде стоят. А теперь смотрите вперед, там еще один аттракцион. И там тоже люди стоят. И это все пришли в один день. У нас сегодня аттракционы по 100 рублей. И Витязева переполнено просто полностью. Такого количества отдыхающих, я думаю, никто вообще не ожидал, что приедут. Ну, просто посмотрите. Сплошные люди, везде люди, 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 люди. Я не скажу, что я прям несчастлив, я наоборот счастлив от души, потому что очень люблю, когда много людей приезжают к нам одномоментно, отдыхают. Есть жизнь такая кипящая в нашем поселочке, это просто счастье. Счастье анапское, блогерское, потому что мы работаем для вас, чтобы вам было хорошо, интересно и классно. Как говорится, все было от души и прекрасно. Смотрим с той стороны, тоже очередь просто на аттракцион, там на машинках люди катаются. И куда бы ни зашли, здесь везде люди, 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 люди. Прям вообще счастье, мои дорогие друзья. Причем они стоят ради деток, чтобы им дать насладиться всякими аттракциончиками. Вон маленький с этой стороны на попрыгушке, с той стороны. А это большущая очередь просто на машинке стоит. Класс. Так, возвращаемся обратно. Покажу сейчас еще самую сильную очередь, которая стоит на самый большой аттракцион в этом парке. Где вы и когда последний раз видели столько людей? Пишите в комментариях, будет очень интересно. Вообще красота. Смотрите, куда ни посмотришь, везде люди. На любой аттракцион. Мне кажется, тут моментами всем просто все равно, на чем кататься, и люди катаются на всем подряд. Вот смотрите, сейчас мы поворачиваем направо. Заодно вам как бы сделали тут обзорчик на парк Византию. Ого, кто-то тут долбит. Я не думал, что так сильно бьет мячиками. Ну, собственно, смотрите, вот она. Круглая карусель и вот эта вот очередь на нее. Но это не все. Вот она идет еще сюда. Это тоже все люди, которые стоят в очереди на нее. Так что, если здесь желание, не пугайтесь, приезжайте. Ай-ай-ай. Наслаждайтесь, мы будем... Всем и каждому рада. Также делитесь видосиком в соцсетях. У нас все хорошо. Для тех, чтобы кто думает, не было непонятно, как приехать. Всем спасибо.